Танджинов Цирин. Приготовиться жив-житу, а я уже спокойно помирать от Нагуржапа в Цирин, спокойно помирать. На коврах идут борьба за бронзовую медаль, за третье место. После финалов за третье место состоятся финалы за звание победителя. Просьба всех тренеров, участников обязательно надевать маски по требованию Роспотребнадзора. Мы должны обязательно находиться в масках. Если они с проверкой придут, могут быть неприятности. У нас на данных соревнованиях 28-го международного турнира по вольной борьбе на призы заслуженного мастера спорта, чемпиона мира, Европы и Азии Бориса Богдановича Бузаева выступают борцы из регионов России. Это хорошую команду привезли. Команда Саха-Якутии, команда Якутской области, команда Забайкальского края и сборная команда Республики Бурятия. В упорной борьбе победу одержал Рентина Владимир Бурятия, занимает третье место. На камеру вызывается Гергенов Лев, Цеденов Цеден, оба Бурятия. Приготовится Домбаев Батов Бурятия, Ухоев Игорь. Гергенов Цеденов. Шел, урок. Добро. 70 килограмм. Вот, хорошо. Тут, 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 тут.
у нас после борьбы за бронзу будут финалы. Очень интересные схватки ожидаются во всех весовых категориях. 57 килограммов Шайжинимай Валдар, Бурятия, Баракшонов Эрдем, Бурятия. 61 килограмм в финале встретится Фомин Олег, Саха Якутия, Ринчинов Ринчин, Республика Бурятия. В весе 65 килограммов очень интересная схватка. Саян Жигзымаев, Республика Бурятия, и Федор Балтуев, Иркутская область. В весе до 70 килограммов Будажапов Дмитрий, Иркутская область, Ешенимаев Тамир, Забайкальский край. Финал будет без Республики Бурятия. И очень интересная схватка состоится. Гармаев Сандан, Республика Бурятия, Топшиновый Константин, Иркутская область. Буквально недавно прошедшим первенстве Республики Бурятия по молодежи 74 килограмма чемпионом становился Константин Топшиноев. Но финал посмотрим сегодняшний, кто выиграет. А в остальных весовых категориях больших круговая система, каждый с каждым, естественно, выиграет тот, который больше всех баллов наберет. Победу одержал Толстяков Руслан, Республика Бурятия. Занял третье место. Весовой категории.